Добрый день, уважаемый. 95-й до полного. Хорошо. Шестая колоночка ваша. Здравствуйте. Шестая, да? Да. С вас 2650. Платить будете картой наличными? Карта. Извините, но ваша карта заблокирована. Как так? Ну, я не знаю, платеж не проходит. Попробуйте еще раз. Нет. Тогда вот эту. Извините, но это тоже не работает. Так, и что же делать? Заплатите наличными. О, сейчас. Сейчас. Это все, у меня все дома. Ничего страшного. Давайте ваши ключи. Подождите. Ничего страшного. Наши ребята отгонят вашу машину на стоянку, она охраняется. А вы пока съездите домой и привезете деньги. Хорошо? Девушка, простите, милая, дайте, пожалуйста, мои ключи, я быстро смотаюсь домой и привезу эти несчастные 2500 и... 2650. Да хоть 3! Слушайте, посмотрите на меня, вы что, не верите мне? Верю, я вам верю. Ну так в чем же дело? А дело в том, что пока вы поедете, может очень многое случиться. ДТП, колесо лопнет, а мне скоро смену сдавать. И, как вы выражаетесь, эти несчастные 2650 вычтут из моей заработной платы. А еще оштрафуют или уволят. Такие у нас правила. Да нет, это черт знает что! Да чего вы так нервничаете? Стоянка охраняется, ничего с вашей машиной не случится. Это черт знает что! Да. Горелов звонит. Шеф дал распоряжение не отвечать на его звонки. Ну и не отвечай. Ну, я подумала, может быть, ты ответишь. Масюрчик. У меня тоже от шефа есть определенные распоряжения. Он в конце концов сюда заявится. Кто? Господи, Никита! Ну вот когда заявится, тогда и поговорим с ним. Чего же не предупредил, что заедешь? Да я на минутку, только переодеться и деньги взять. Ой, а кто это пришел? Я открою, это, наверное, Рома. Очень кстати. Клавдия Евгеньевна, это вы? Здравствуйте, а вы что, дома? Ну, как видите, проходите. Я, собственно говоря, за расчетом. Ну, вы сказали прийти, я и пришла. Да. Я, конечно, могла открыть дверь своим ключом, но как-то не решилась без звонка. Ой. Здравствуйте, Клавдия. Здравствуйте. Пошли, Фантик. Фантик. Никитушка, мы с Фантиком погуляем. Конечно. Так вы за расчетом, да? Да, совершенно верно. Вот. Ладно, деньги я вам приготовил в комнате. Сейчас принесу. Клавдия Евгеньевна, а может, вы выпьете со мной чаю напоследок? Ну, мы с вами столько уже знакомы, не отказывайте. Ну, разве только ненадолго? Ненадолго. Хорошо. Никита Васильевич, ау. А как вы себя чувствуете? С вами все в порядке? В каком смысле? Вы здоровы? Здоров. А почему вы спрашиваете?
Ну, просто в это время вы обычно на службе, а тут вот… А, вероятно, у вас выходной. Можно и так сказать, мне выходной. Так непривычно. Обычно я вас чаем поила, а тут вот вы. Такое бывает. Иногда жизнь меняет людей местами. Клавдия Евгеньевна, скажите, пожалуйста, только честно. Вы сами приняли решение об увольнении? Разумеется, я сама. Ну, тут просто стечение обстоятельств. Понимаете, цепочка странных совпадений. Очень интересно. А расскажите поподробнее. О чем? Об этих самых совпадениях. Ой, да ничего особенного. Если помните, меня рекомендовала вам ваша знакомая. Жанна. Да-да, Жанночка. Вот мы совершенно случайно встретились с ней на улице. Ну и… Нет, вы не подумайте. Она сама стала у меня расспрашивать о вашей спутнице. Я ничего такого не сказала. Ну, не жаловалась. Просто сказала то же, что и вам. Ну, в том смысле, что двум хозяйкам сложно ужиться на одной кухне. Она в тот же день перезвонила и сказала, что есть вакансии. Очень хорошие люди, их замечательная семья. И самое главное, что почти рядом с моим домом. Да-да, вы говорили. Вот. И я, Никита Васильевич, решила, что так будет лучше всем. Мне и вам, и вашей спутнице. И для Жанны Викторовны. Для кого? Жанны Викторовны. А, Жанночка, а она при чем? Совершенно ни при чем. Клавдия Евгеньевна, угощайтесь печеньем. Оно, конечно, не такое вкусное, как ваше, но придется привыкать. Вы мне льстите. Никита Васильевич, вы на меня не обижаетесь? Совершенно не обижаюсь. Спасибо вам. До свидания. Фантик, это не тебе. Это Никитушке. На. Так, все, надо ехать. Ты куда? На работу? Да. Нет, не совсем. А покушать? Да к черту все. Ну, я тебе бутерброды погрела. Запомни, нет такой нормы в русском языке. Пищу можно подогреть, разогреть, а погреть можно только задницу на батарее. Ты что? Ничего. Ничего. Ты когда вернешься? Не знаю. Это вы мне? Тебе. Ну тебе, ну конечно тебе. Тебе, фартовый. Давай, держи. Да нет, спасибо, не, я не… Не-не-не, мужик, ты не понимаешь, ты не в курсе. Понимаешь, у меня жена сегодня родила. Давай, ну чуть-чуть за новорожденного, за первенца. Давай. Я вас поздравляю, но я не буду, я понятно объясняю. Мужик, ну, ты что, обидеть хочешь, да? Да нет, просто я… Подожди. Пожалеешь. Между прочим, очень скоро пожалеешь. Не, я вот не понимаю. Когда тебе от чистого сердца предлагали
на халяву. А ты отказался. Не, я, конечно, тоже когда-то. Вспомнишь еще. Прошу прощения, Светлана Александровна. Чего надо? Там господин Горелов. Он хотел встретиться с Александром Ивановичем. Мы сказали, он уехал в клуб. Поэтому он просит встречи с вами. Что ему передать? Скажи ему… Нет, ничего не говори. Пригласи его сюда. Пригласи и все. А, понял. С ума сошла? Да, я сошла с ума. Я так соскучилась. Не надо. Почему? Я пришел поговорить. Ну, говори. Отпусти меня. А если не отпущу, то что? Оттолкнешь меня? Ударишь? Свет. Все равно ты будешь мой, Кит. Слышишь? Мой. Так значит, ты вместе с отцом твоим купить меня решили? Хоть бы и так. Мне все равно. Знаешь, я думала, что проживу без тебя. А нет. Плохо мне без тебя. Очень плохо. Не получится ничего у вас. Ничего не выйдет. Это из-за нее? Из-за меня. Я не продаюсь. Ясно? Вот такой компот. Правда? Молодца. Так держать. У нас что-то хорошее. Ведь не просто так ты мне предложение делал. Мне казалось, я люблю тебя. Прости. Давай выпьем за нашу прошедшую любовь. Хорошо.
Ладно. А теперь поцелуй меня. Ты опять? Последний раз. Это что такое? Это опять ты? Ты что, не понял, что я тебе сказал? Пап, прекрати. Одну секундочку, помолчи. Александр Иванович. Какой я тебе Александр Иванович? А ну к чертовой матери пошел из моего дома. Ты понял, щенок? Пап, ты же ничего не понимаешь. А что здесь понимать? Я в двери, он тут как тут. Тоже мне, Дон Жуан хренов. Я тебя нищим сделаю, придурок. На помойке жрать у меня будешь. Завтра же из банка иск придет в счет твоих долгов. И к чертовой матери из квартиры. Ты понял меня? Он извиниться пришел. Правда, Кит? Он все понял. Ничего не понял. Пошел вон, я сказал. Александр Иванович. Подлец! Охрану вызвать! Вылетишь из окна мигом! Пап, ему стыдно за свое поведение. Он уважает тебя и благодарен за все. Ну чего ты молчишь? Ведь так же, Кит? Да так-то он так, но... Вот видишь. И главное, он... Он подарил мне кольцо. И сделал предложение. И я сказала, что стану его женой. Не молчи. Правда, Кит? Правда? Ну? Правда, что ли? Ну, скажи. Скажи. Правда. Никит Васильевич, я рад, что мы снова вместе. Спасибо. За мою домработницу заплатили. За Клавдию Евгеньевну. Отдельную ведомость как премиальные провели или банально в конверте из рук в руки сунули? Я не понимаю, о чем вы говорите, Никита Васильевич. Вот как, не понимаешь, да? Ну, нет. Молодец. Нет, ты замечательная девушка, Жанна, и потрясающий работник. Я, пожалуй, тебе тоже премию выпишу. За особые заслуги перед Отечеством. Здорово. Ты какого черта не... Здравствуйте, Никита Васильевич. Александр Иванович мне уже звонил. Я все знаю. Вот здесь мои мысли по поводу некоторых аспектов работы нашего филиала. Если будет интересно, посмотрите. А теперь, с твоего позволения, я бы пошел пообедал. А. Да я бы тоже от кофейка бы не отказался. Все произошло так неожиданно. Я даже не успел ничего сообразить. Потом он вызвал машину, Романа. Ну а чем ты недоволен-то? Я поздравляю тебя, старичок. С чем? С тем, что ты нашел потерянный лотерейный билет. Ты знаешь, что шеф с утра велел не отвечать на твои звонки. И сказал, чтобы я докладную на тебя написал. Что, мол, ты не появляешься в офисе, забросил все дела по филиалу. М? Написал? Не успел. Тебя реанимировал. Так что я поздравляю тебя, старичок. Что мне теперь делать? Что? Женись на Светке. Работай. Живи и радуйся. Я не могу без нее. Без кого? Без Ли. Я даже не знаю, что я теперь ей скажу. Что? Ну, придумай что-нибудь. Что, люблю тебя, но женюсь на другой? Как вообще в глаза ей смотреть? А что, у нее... Других мест, кроме глаз, нету, куда можно смотреть. Да-да. А по шее? А за что?
Я не знаю, что мне делать, ты здесь комедию ломаешь. Комедию ломаешь ты, старичок. Я? Ты. Ты не хуже меня все знаешь. Нет, есть вариант. Ты можешь сейчас пойти к шефу, сказать, что ты передумал, что Светку ты не любишь, что любишь эту свою девочку, хочешь с ней прожить счастливо всю жизнь и умереть в один день. Только ты сам знаешь, что он тебе на это скажет и что сделает. А ты хочешь, чтобы девочка осталась при тебе и на автобусе не ездить? Так не выйдет, старичок. Так вот, ответь сам себе, кто и перед кем здесь ломает комедию? Я просто хотел посоветоваться с тобой. Что мне делать с Лией? Ну ладно, извини, я погорячился. Хочешь моего совета? Слушай. Ну, не надо так драматизировать. Любишь свою девочку и люби. Кто тебе мешает? Сними ей квартирку. Ну, кстати, у моей тетки хата пустует, если что. Район тихий, спокойный. Рядом с нашим магазином, который недавно открылся. Заселишь ее туда, и все. Ты считаешь, так будет правильно? Кто знает, что правильно, что неправильно. Люди сейчас живут по другому принципу. Что разумно, а что неразумно. Все так живут. Ну, или почти все. Никитушка пришел. Да, Фантик, наш Никитушка пришел. А я как раз тебе ужин погрела. Ой, прости, я забыла, как правильно. Прости меня. Угу. Смотришь? Смотрю. Хочу на весь завтрашний день насмотреться. Ну что, опять что-то не то сказала? Да нет, не в этом дело. А в чем? У тебя что-то случилось? Опять какие-то неприятности? Да нет. Все в порядке. У меня все в порядке. Ну что тогда? Я не знаю, говорил тебе или нет, но квартира это не моя. Как это? А чья? Ну, то есть, оформлена, конечно, на меня под расписку, что погашу суду. Деньги, понимаешь? Деньги, которые дал мне мой шеф крестный. Много денег. И что? Ничего. Просто теперь я ему очень обязан. Такой компот. Такой компот. Простудился, что-то горло першит. Давай я тогда тоже выпью. За твое здоровье. В общем, шеф мой хочет сделать здесь ремонт. А что ж здесь ремонтировать? Я не знаю, стены ему не нравятся, полы хочет поменять, сантехнику. В общем, это не важно. Важно то, что ты должна переехать отсюда. Куда? Ну, другую квартиру я уже договорился с приятелем. Короче говоря, так надо, и все. Ну что ж. Переедем, раз надо. Ты ведь со мной поедешь? Нет.
Я должен контролировать ремонт. Рабочих, тут будет грязь, пыль. Да, если честно, я не хочу, чтобы шеф видел тебя здесь. Почему? Не хочу, и все. Ты не волнуйся, ту квартиру я буду оплачивать, и денег у тебя будет сколько надо. Чего ты так смотришь на меня? Ладно. Я перееду. Эй. Эй, ну ты чего? Ты расстроилась, что ли? Ну правда, ну не надо. Я буду к тебе приезжать, навещать тебя буду. И ремонт это сколько? Ну, 2 месяца, год. В крайнем случае, года полтора. Я тебя люблю. Что? Я очень тебя люблю. Я тебя тоже. Квартира, конечно, не ах, но жить можно. Тетка у меня многом работает. Всю жизнь с вирусами прожила. Сам понимаешь, компания не очень веселая, так что дом воспринимала как место, где можно только переночевать. А насколько, говоришь, она уехала? Ну, год на два как минимум, а там кто знает. Лев. А ты правда считаешь, что все кабинеты, телефоны контролируются нашей службой безопасности? Ну, конечно, старичок. Наш шеф человек очень любопытный. А ты что думаешь, здесь тоже все в жучках, что ли? Ха. Да тут чисто, не переживай. Но если будешь навещать свою барышню, мой тебе совет. По дороге почаще, по сторонам оглядывайся. Ну что, квартира-то нравится? Да? Забирай. А я ж здесь в детстве. Ой, лучше не вспоминать. Ну что, собака, плохо тебе? Веришь, нет, мне тоже так хреново. Я уже. Это все твои вещи? Да, тут все. И обувь, и шмотки. Ну что, фантик. Пока. Пошли. Ты чего? Мне будет очень плохо без тебя. Так ведь он когда-нибудь кончится. Кто? Ремонт. А, когда-нибудь кончится. Я тоже буду по тебе скучать. И по Фантику. Слушай, а давай его мне? А что он тут? В пыли, в грязи. Нет. Иначе я совсем... Ладно, все. Давай. Пошли. А где Роман? А? Роман? Я его отпустил, но должен же быть у него выходной. Выйдем на моей. Пошли. Ого, какая! Thank you.
здесь и будешь жить. Ничего, мне нравится. Правда, нравится? Да. Только ты мне сегодня не нравишься. Невеселый какой-то. Ну, улыбнись. Пошли. Иди сюда. Куда? Вот к этому дереву. Зачем? Вещи оставь, их не украдут. Иди сюда. Лия! Давай! Давай, давай, иди сюда. Лия. Лия! Ну-ка быстро сюда. Ня. Лия! Ня! Давай, давай, давай! Ну давай! Ну? Представь, что здесь лес, да? И поляна. Представил? Представила, что… Теперь смотри, теперь вот нужно встать, вот как я, под дерево. И вот так раскинуть руки, вот смотри. Широко-широко, видишь? Вот так вдохнуть, понимаешь? Глубоко-глубоко, видишь, да? И смотри, и так… Ты что? Чего? Мне так легко стало, знаешь? Так я как будто очистилась. Легко стало? Пошли. Куда? Ты попробуй, попробуй, попробуй. Я не буду. Почему? Потому что это все глупости какие-то. Ну как? Это же деревья. Они нас защищают. Они с землей связаны. С небом. Ой, 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 достаточно. Мне это все не надо, это все язычество какое-то. Почему? Ты попробуй. Ты только попробуй. Да я не буду, я сказал же. Что стой здесь и вопи во все горло, а меня уволь. Вон, видишь, на нас уже люди смотрят. Пойдем. Компот, иди сюда. Ты что? Я опаздываю. Отпусти меня, я опаздываю. На работу? На работу, на работу. Ты обустраивайся, как смогу, я приеду. Мне в командировку нужно будет съездить. Надолго? Дня на 3-4. Поцелуй меня. Ну, поцелуй. Поцелуй. Нормуль, я пойду еще одну примери. Может быть, чашечку кофе или чай? Извините. А, алло, я… А это я. Привет. Подожди секундочку. Ну, зеленый чай, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Алло. А, слышишь? Слышу. Все нормально у меня. Все хорошо. Я рада. А ты где сейчас? Ты уже вернулся из командировки? Я-то… Да, да. Сегодня утром вот сразу на работу. Дело не в проворот и… А я тут
тоже. Работаю, шанишки твои любимые хочу испечь. Ты же приедешь сегодня, Никитушка? Я по тебе так соскучилась. Эй, ты где там? А, я... Давайте попозже перезвоню. Как тебе прикид? Спина глина. Не холодно? Ну, ты как, не замерзнешь? Накидка будет, перчатки. О, ну, тогда хорошо, мне нравится. Только вот здесь вот немножко задушить. А не туго будет? Нормуль, пойду еще одну примерю. Да, конечно, померь еще. Оп, так. Давайте сюда. Ваш чай. Спасибо. Алло, прости, просто там нужно было решить... Один вопрос. Решил? Решил. Так ты заедешь сегодня? А, я пока не знаю. Ух ты. А соль-то у меня закончилась. Что-что-что? Соль, говорю, закончилась. Нужно в магазин идти. Так я не поняла, ты заедешь сегодня? А, ты знаешь, все будет зависеть от того, во сколько я освобожусь. Ну, а когда ты освободишься? Ну, как бы тут дел за неделю накопилось. Я тебе позвоню, хорошо? Ну, тогда буду тебя ждать. Целую тебя. Ага. Кто звонил? Из офиса. Хотел спросить, у меня сиськи не сильно выпрыгивают? А? Нет. Ну, тогда я еще одну примерю. Вам плохо? Вы меня слышите? Что с вами? Что? Что случилось? По голове ударили. Значит, двое неизвестных. Спасибо. Ударили по голове. Я записал. И отобрали суд. Ну что, как вы себя чувствуете? Василий! Уже полегче? Так, давай позже. Спасибо, спасибо, доктор. Легче. А правда, чем легче. Мы ударили? Прошло почти, да. Вот и ну, поймите. Да? Когда они сумку у Марьи Владимировны отбирали, я же этого не видела. Да. Они мне навстречу из дверей выскочили и разбежались. Но вы их хорошо запомнили? Как же их не запомнить? Я их вот как вас сейчас видела. Значит, Васильич, да? Возьмите машину и сейчас с девушкой по дворам покатайтесь. Угу. Судя по всему, ребятки на дозу трудились. Наверное, где-то поблизости здесь и раскумарились. Угу. Ну, разумеется, если Наталья Петровна не против. Не против чего? С нашими ребятами на машине по дворам поездить, посмотреть. Может быть, узнаете кого-то из прохожих, если вы хорошо запомнили. Так а я чего уж, конечно, можно покататься. Ну, давайте, мужики, давайте. Тогда пойдемте. Наталья Петровна, а вы здесь живете? Что? Ну, вы здесь по прописке проживаете или как? Я квартиру снимаю. Интересный факт. Так, а что вы делаете сегодня вечером? А что? Ну, а ежели мы с вами сходим куда-нибудь? В кино или, скажем, поужинать? Я ужинаю дома с мужем. А, у нас муж. Вы на прохожих повнимательнее смотрите, Наталья Петровна. А вы меня тогда не отвлекайте. Постойте. Что, узнали? Что случилось? Погодите, вот там.
Что, знакомого увидели? По одежке похож. Тормози. Добрый день, молодые люди. Здравствуйте. Бонжур. Чем занимаемся? Культурным отдыхом, гражданин начальник. Это он. Он. Который? Ладно. Так, а ну стоять! Так, все стоять! Что мы сделали? Иди сюда! Вставай! Вставай, Кэт! Ну, пошел! Кто-нибудь еще из них вам знаком? Нет, эти нет. Да мы не придем. Что, второй тоже здесь? Нет, второго нет. Так, стоим. Спокойно стоим. Мы еще увидимся. Рот свой закрыл. Так, все, Лех, пакуй его. Ой, больно. Все, цирк окончен. Да все нормально. Собрали мусор, все, бегом. И по домам. Да. Живо, я сказал. Идемте. Спасибо.